В Российском университете дружбы народов состоялась встреча ректора РУДН Владимира Филиппова и президента университета СОКа Йошихиса Баба. За дружеским чаепитием они подвели итоги двухлетнего сотрудничества и наметили дальнейшие планы. В последние два года очень интенсивно развивается сотрудничество между РУДН и университетом СОКа. Это яркий пример успешного двустороннего взаимодействия между университетами. РУДН старше нашего университета, он идет впереди нас, поэтому мы могли бы многому у вас научиться. То, что нас объединяет, это, во-первых, то, что и там, и тут уделяется большое внимание студенческой жизни, учебе, проживанию и так далее. И, во-вторых, оба университета придают большое значение развитию международного сотрудничества. Трое студенток-третьекурсниц филологического факультета РУДН, которые в рамках программы студенческой мобильности прошли шестимесячное обучение в университете СОКа, были приглашены на встречу, где получили почетные грамоты от Йошихиса Баба за презентации о системе образования в России и Российском университете дружбы народов, а также за академические успехи и активное участие в общественной жизни университета СОКа. Сначала, когда мы только приехали, был, конечно, шок, потому что оказались совершенно в другой культуре, в другой стране. И первое время мы не понимали того, что нам говорят. А постепенно прошла адаптация и начали понимать уже где-то к четвертому месяцу все, что нам говорят, и разговаривать на японском языке более-менее свободно. Это наглядный пример успешной реализации программ академических обменов. В планах развивать не только это направление, но и научное сотрудничество. Ректор РУДН Владимир Филиппов предложил открыть программу двойного диплома совместного научного руководства диссертационными исследованиями. Это предложение было воспринято японскими коллегами положительно. Телевидение РУДН. Новости.